Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика с ником Tor.ua. Возможно, вы помните, мы уже у него были на аккаунте. Это аккаунт Николая. Он находится в Украине. В Украине. Гильдия Украина. Ну, скорее всего, и в Украине, я надеюсь. Украинская гильдия. Босса 21.00. Прием только через Viber 050-751-2068. Атака фортов, битвы гильдии, первые и вторые места. По участникам 60-75, где-то активная сила в районе 200 тысяч, 200-250, кидайте заявочки, вступайте. Так, сегодня мы будем ролить под коллекционера, и ему нужна седна, недостающий герой на этом аккаунте, аккаунт донатный, доната уже свыше 1,5 миллиона, что у него... По локациям Аджей еще не прошел, странно очень. Так, Аджей не прошел, ресурсы понятно, по подземкам 819, да, все затащил. Ой, неудивительно с таким-то донатом. Так, что у него интересное есть? Пятерка, 8. Прайя, в принципе, есть. Как-то странно, что он не прошел. Отлично. С бастиком. Ну, герои есть. В принципе, неплохие. Воодушевление. Ну, тут все как положено. Окей. Сегодня у нас акция на рынке. Кто не видел, на базаре была... Вот такая вот набор 12 июня, третий уровень, воодушевление, бог войны и также сетики 5 левела. Так, отлично. Смотрим, что за призы, плюс там еще были плюшки, что можно было собрать за один пак. Воодушевление, бог войны, сеты, стрелок, скин на стрелка, это скорее всего с коллекционера выбил, сейчас посмотрим. Ворожея, скин ворожея, 10, 100 сумочек и Фрея. За пак, я считаю, очень достойно. Скин все-таки там, это я с китайкой перепутал. Так, за рыцаря мы получаем смену чар, за купидона аугментация сущности мастера. 15 студенных собрать, можно будет получить арктику, ну и за анубиса, конечно, ремочка. В принципе, тоже неплохо. Так, что у нас по местам? 269. Что на складе есть интересного? Куча скинов, как у меня. Так, ну и талантики есть хорошие у него на смену. Ну, героев тоже, как видите, хватает. Так. Седна нужна для того, чтобы... Не тратить 20к кгшек. Так, ну отлично. Ну что, побежали. Будем ролить под акцию. Посмотрим, что нам упадет. 39 тысяч самого у нас. Так, 450. Честно говоря, вот именно в эту акцию мне не особо нравится ролить, потому что, как я смотрю, шанс очень-очень какой-то хреновый. Кенди. Бог Рома. Ну давай, ты чё? Тесса, в принципе, тоже неплохо. Но это не то, что ему надо. Ему надо все-таки 20 кгшек. Наверное, было бы проще слить их, прокачать. Так, а чё тут по Тессе? Да я думаю, Тесса у него, смотрите, у него повтора куча. Да есть у него Тесса, все герои есть. Было бы проще через подземки слить, но ролить так ролить, что нам? Для нас это экшен. Эктоплазмы. Это все офигенно, но... Стрелок? Ни хрена себе. Отлично. Леди Лео следом сразу. Потом Фара Хуяра, студеный рыцарь. Еще один. Триантик. Отлично. Так,
Ворожай. Блин, ну хорошо падает. На самом-то деле. Конечно, хранитель. Чем дальше мы ролим, чем больше обнов, тем сложнее выбить нужного героя. Потому что героев очень много падает. И что-то получить определенное очень сложно. Поэтому лучше всего это делать, собирать осколками на данный момент. Я думаю, в дальнейшем будет. Сука, есть. Ну все, ребят, мы сделали это. Мы достали ему седну, как он и просил. В принципе, за сколько? За 19к нам это обошлось. И в принципе, отлично. Я считаю, стрелок, седна, блин, ворожай и куча других за 20-ку пойдет. Еще укротитель. Ну давай, рандомчик. Еще одна конфетка. Блин, супер. Вот это мне нравится, когда человек тебе говорит, надо то, и ты так хуяк и выбил сразу то, что надо. А не слил херовую тучу самиков. Ты думаешь, ёпта, лучше бы не ролил. Так. Ведьма, отлично. Паладин. Князь тыква суккуб. Еще одна ведьма. Варлок рыцарь. Бля, да падает, отлично начало падать. Самое главное, что мы сэкономили 20 кгшек до такого аккаунта. Еще одна ведьма. Продаст потом героев. Так, друидик. Бам, все. Так, хорошо. Смотрим, что у нас интересного получилось. 100 осколков, сайтик. Вот, честно говоря, вот с этого одушевления очень офигенная тема. Для некоторых героев, таких как, например, как Хранитель, не надо ставить ему талантом, не тупите. У него кулдаун большой, вам хватит воодушевления именно такого. Его зарядят герои, зарядят там все, что хочешь. Хватает 5-го сета для него, вполне. Так, что у нас тут интересного с такого есть? Ну, в принципе, роллинг неплохой получился. Ради этого он ролил. У него воодушка уже на тыковке, по-моему, есть прокачанная, мы видели. Побежали в акции. Сейчас попробуем с акции что-то достать интересное. Надеюсь, что-то хорошее упадет. Так, кузница, рулетка. День России участвовать. Так, 18 шансов. Поехали. Карта героя вторая сразу падает. Кристаллики. Ордена. Еще ордена. Тут, по-моему, зовут... Сейчас я гляну правила. Не правила, правила. Так. Что нам дают? Череп, сердцеедка, Тесса, заклеповетель, Були, Некроса можно достать. Ну, все-таки туда, тут падает куча разной хрени. Ну, как обычная акция. На русском сервере вот эти вот акции, реально, если вы хотите выбить героев, не надейтесь на эти акции. Выбивайте за осколков, собирайте. Вот черепа словили. Собирайте за осколки, это будет и сохранение самоцветов ваших, и нервов. И также вы получите 100% героя за определенную сумму. Тут вы можете слить до хренища и ничего толкового не вытащить. Как видите, вот за 1,5 пака нам упал только один череп. И то это еще счастье, что он упал. Так. Забираем все. О, осталось 500 самиков. Отлично. Карта. Ну-ка глянем, что у нас с карты вылетит. Так, 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 так. Так, 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 так. Где там карта наша? 3 стрелка уже есть, отлично. Использовать. Ну давай, Тессу даст. Не, малыша не кадала. Очень странно. Так, смотрим, что у нас тут. Анубис был. Анубиса у рыцаря он доставал уже. Вот видите, надо хотя бы 50к, если вы хотите достать Арктику. К
коробку. Надо все-таки больше, чем 40к. Это уже не раз проверено. 50-60к, тогда вы 100% достанете отсюда героя, которого там дают, либо плюшки. Ну, может быть, повезет, вы достанете раньше, но я уже не раз это проверил, и все-таки надо больше. В принципе, ребят, все. Обязательно поддержите пацана, он дает нам свой аккаунт на контент. Поставьте лайк, сделайте репостик, напишите коммент. Блин, аккаунт хороший, хорошие у него прокачки, героев хорошие, правильно развивается. Надеюсь, он додонит тоже до нового героя. Новый герой, думаю, будет очень интересный для многих. Там уклонение будет немерено. Там будет очень-очень офигенный герой. Я думаю, Некроса переплюнет. Вопрос, как он будет с Фрей, это тоже очень интересно. Как он будет против Фрей стоять. Фрею реально очень сложно выдержать по ее урону. Ну, посмотрим. Малышник. Так, тыковка. Тыковка тут топовая, да. В общем, так вот, ребят, пишите комменты, бомбите, будет охрененная обнова. Ну, опять же, для донатов, без этого никак. Все, всем пока.